Всем приветики. Случилась у меня, в общем, такая проблема, что у меня начал остывать звук после монтажа. И начал он оставаться где-то вот на этом моменте. Вот на этом моменте он начал оставаться, то есть на 29-й минуте. Это о чем говорит? О том, что что-то пошло не так. И я искал причину, что именно не так. Как оказалось, дело было в кадрах, в том, что съемка с телефона, что на камеру, что вот, что на камеру, что на запись экрана, это идет с переменной частотой кадров, из-за этого идет отставание звука. Дело в том, что кадры, они выстраиваются в какой-то. Ну, то есть они, в общем, не постоянные, а переменные. А программа монтажа их укладывает каким-то определенным порядком, то есть, ну, не переменным, а постоянным. И когда она складывает их в определенном порядке, получается какая-то частота определенная у этих кадров. А звук может под эту частоту не попадать. И когда ролик маленький, там типа на 5, на 3 минуты, там, да, на 5, на 10, ну, у меня вот до 25 минут все норм, незаметно. А уже дальше идет рассинхрон. Как это выглядит, я могу сейчас показать. Вот, это был первый вот ролик. Так. Всем приветики. Вот получается на 29-й секунде оно было. Где-то вот тут. Нет, не тут. Вот тут. Присоединяем. Присоединяем. Ну вот видно было. Сначала звук, что она вставилась, а потом она только вставилась. Вот можно даже еще раз пересмотреть. Вот он. И вот мы присоединяем. Присоединяем. Вот звук уже был, а только потом оно вставляется. Вот. А это было, когда я не менял, ну, частота кадров осталась рандомной. А тут я уже сделал ее фиксированной. То есть. И вот мы присоединяем. Присоединяем. Ну, то есть здесь уже реально видно, что все нормально. А в чем была причина? Причина была в том, что вот когда мы нажимаем рендерить, то, ну, то оно подумает, конечно. А вот, получается, идет. У меня стоит настройка брать размер с исходника, размер сторон. И брать частоту кадров из исходника. Вот. А оказывается, что переменная частота — это плохо. И лучше это вообще убирать. Я вот так вот сделал просто. То есть первый ролик там, где она вставала, был вот так, а второй просто вот так. Все. То есть нужно, чтобы частота была фиксированная. Так она вот берет. Не, ну хотя она не фиксированная, просто она берет, когда нажимаем брать частоту кадров из ролика, оно берет какую-то рандомную частоту и поэтому не совпадает. А так вот эта частота фиксирована. А вообще, как мне посоветовали, лучше, если частота кадров, как у меня с телефона, идет переменная, переконвертировать ролик. Это получается каждый ролик. Вот у меня их тут раз, два, три, четыре, пять. Все 5 роликов переконвертировать с постоянной частотой и только тогда их добавлять в редактор. И тогда все будет супер. А иначе будут такие вот траблы. Но для меня пока что нашлось решение. Это убрать галочки, брать частоту из исходника. А хотя я думаю, если оно будет длиннее, еще длиннее, на час, например, тогда уже даже это не поможет. Тогда реально придется переконвертировать. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.